Но это все проучили, да? Потому что у всех разные представления, я просто рассказываю то, что да. Это один из вариаций, и я просто знаю, что иногда бывает очень много. Потом какое-то время нас нет именно в этом, на этом плане, и потом мы опять появляемся. И вот так получается тогда карусель. Так вот, говорится, что вот йога, она дает такие знания, как выйти отсюда. Понятно? То есть вот мы родились. Что-то здесь все время происходит, мы получаем опыт, потом оп, еще. А, давайте распишем, что мы делаем. Вот наша жизнь. Да, о чем йога? Вот наша жизнь. Что мы делаем? Ну вот, допустим, день возьмем, любой вот среднестатистический день, что мы делаем? Просыпаемся. Ну да, просыпаемся, да. Кто-то идет по работе завтра. Ну, работа. Да, ну такие вот мы делаем. Выход это мы возвращаемся на дому, встречаемся с Ленинскими. Смотрим какие-то передачи. Да. Ну что же, еще как-то. Да. Хорошо. Когда мы очень важен луч внимания, куда направлен, и свое понимание в этом мире, да, кто я, откуда и куда. Тогда вот это становится немножечко по-другому. Да, оно остается так же, но и добавляются какие-то акценты. Потому что если я знаю, что я, ну, не просто, да, вот вчера родилась, там, а завтра умру, да, и что я вот так вот покушаю, пообщаюсь и все. И появляется еще какое-то, да, стремление, когда мы вот уже знаем, что есть что-то лучшее, что-то больше нас. А, и этот луч внимания нам дает соединение с нашим внутренним. Вот вы думаете, гармония, да, баланс, где он, да, как понять. Когда у нас соединение, да, смотрите, вот у нас есть тело, когда мы соединяем, почему мы на йоге, да, вот мы дышим, какие-то делаем движения, это все для того, чтобы нас сконцентрировать, чтобы наша энергия в теле, мы же делаем много упражнений, не одно, а для того, чтобы распределить эту энергию равномерно по телу и соединиться к центру.